Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0, в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Торговые павильоны на остановке областной больницы могут быть снесены, пишет портал «Айкиров». Об этом ходатайствует территориальное управление по Ленинскому району Кирова. Как сообщается на сайте теруправления, в администрацию поступило письмо от Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов, в котором содержится просьба освободить остановку областная больница от киосков. Якобы они мешают доступу инвалидов к общественному транспорту. Кроме того, письма с просьбой об устранении павильонов поступили от ГИБДД и кировских коммунальных систем, пояснил начальник Ленинского теруправления Сергей Торохов. Вопрос о возможном сносе киосков рассмотрят до конца этого года. Если будет решено их убрать, предпринимателям предложат другие места. Пока бизнесмены добровольно покидать павильоны не готовы. Дайджест недвижимости. Горячую линию по проблеме сквозного движения через дворы организует региональная общественная палата. Она будет работать сегодня с 9 утра до 14 часов. Расположенные внутри жилых кварталов детские сады, поликлиники и школы комфортно и безопасно, отмечается на сайте АПКО. Но в связи с тем, что родители на автомобилях стараются довести детей практически до входа в то или иное учреждение, дворы по интенсивности движения превращаются в полноценную проезжую часть. Это сказывается как на качестве асфальта внутридворовых проездов, так и на состоянии таких небольших дорог в зимний период. По итогам горячей линии информация будет проанализирована и выработаны возможные предложения для решения проблемы. Жалобы принимают по телефону 38 14 77. Дайджест недвижимости. Далее информация от наших партнеров. Отметить одновременно Новый год и покупку новой квартиры и при этом получить подарок предлагает покупателям Кировская региональная ипотечная корпорация. Всем клиентам, заключившим договор до Нового года, корпорация дарит праздничный ужин для создания праздничного настроения. В офисе ипотечной корпорации можно купить квартиру, оформить ипотеку, воспользоваться социальными программами. Например, приобрести готовое жилье, находящееся в собственности ипотечной корпорации, можно со скидкой до 30%. Торопитесь, количество ограничено. Сроки проведения мероприятия с 5 по 30 декабря этого года. Подобрать квартиру по выгодной цене вам всегда помогут приветливые сотрудники отдела продаж. Узнать подробную информацию, забронировать квартиру и получить консультацию по ипотеке вы можете в офисе ипотечной корпорации по адресу Киров, улица Ленина, 92, либо по телефону 25 10 10. АО «Кировская региональная ипотечная корпорация». Ипотеку предоставляют ПАО «ВТБ-24», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», АО «КБ Хлынов». С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться в офисе по адресу Киров, улица Ленина, 92. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.